Сегодня Центральная избирательная комиссия Чувашии зарегистрировала депутатов Госдумы и рассмотрела вопрос передачи мандатов депутатов Госсовета Чувашии. Свои мандаты передали избранные депутатами Государственного совета лидеры региональных партийных групп Михаил Игнатьев, Валентин Шурчанов, Владимир Жириновский и Олег Николаев. В их личных заявлениях звучит отказ от места в местном парламенте. Депутатами республиканского парламента стали Андрей Александров от «Единой России», Григорий Данилов от КПРФ, Надежда Петрова и Вячеслав Соловьев от партии ЛДПР и Сергей Семенов, представитель «Справедливой России». Кроме того, Леонид Черкесов и Анатолий Аксаков теперь зарегистрированные депутаты Государственной Думы России 7-го созыва. Центральная избирательная комиссия рассмотрела вопрос об их регистрации на основании результатов выборов в Канашском и Чебоксарском одномандатных округах. Кроме того, Леонид Черкесов написал заявление о досрочном прекращении полномочий главы города по собственному желанию.